266 тысяч семей с детьми проживают в Тюменской области по итогу 2023 года. 38 тысяч из них – это семьи многодетные. Причем за последние 5 лет эта цифра выросла на 40%. Сегодня на форуме выставки «Россия» регионы делятся лучшими практиками в сфере социальной политики. Вот, к примеру, в прошлом году Тюменская область вошла в пилотный проект, который инициировала детский омбудсмен России Львова Белова. Это профилактика детского сиротства от 0 до 4 лет. Но есть еще одна задумка, которую тюменцы презентуют уже для всей страны очень скоро. Мы для себя определили многоступенчатую региональную модель работы с алко- и наркозависимыми семьями. За 3 месяца мы вернули в семьи вначале 26 детей из дома ребенка, работая параллельно с этими родителями, которые имеют данные виды зависимости. И 33 ребенка к концу года и 33 родителя направили в наш Тюменский центр реабилитации негосударственных, где они сейчас проходят социализацию. Мы были одними из первых вообще регионов России, которые понимали, что ребенку воспитываться лучше в семье. И если не удалось по разным причинам сохранить кровную семью, то, конечно, лучше, чтобы у ребенка появилась приемная семья. Мы называем замещающая семья. И вот с 98 года на сегодняшний день показатель, что 95% детей со статусом сирота или оставшегося без попечения родителей не находятся в государственных организациях, а воспитываются в приемных семьях. В Тюменской области нет детских домов, а еще есть дополнительный региональный маткапитал. Не только об этом можно узнать, участвуя в викторине на стенде Тюменской области. Ну вот еще здесь, например, проходят такие мастер-классы на сплочение. Анастасия, здравствуйте. Вот как много сегодня посетителей идет к вам? Что предлагаете? Сегодня вообще тематический день, да, посвящен защите детей, благополучию семейному и так далее. Поэтому сегодня отличительная особенность, что очень много семей с детьми. Действительно, приходят семьями, да, и пока родители узнать что-то для себя новое о нашем крае, соответственно, мы занимаемся детьми. У нас сегодня разные активности представлены именно на ребятей. Смотрите, есть разукрашки, все они на тематику благополучной счастливой семьи. Каждый ребенок себе на память рисует то, что для себя выбирает. Свои практики Тюменская область будет презентовать не только сегодня, уже в начале апреля. В регионе пройдет съезд всех детских омбудсменов России. И уже там многие тюменские инициативы станут доступны для всех субъектов страны. Екатерина Кальченко, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.